Входим в апартамент номер 6. Зал. Оборудованная кухня, два дивана и с прекрасной террасой. Апартамент с одной спальней на втором этаже. По море, солнечная сторона. Здесь до пляжа дойти 50 метров. Народу здесь немного, даже в сезон, так как это окраина. При этом здесь рядом аквапарк, магазины, остановка. Здесь это все цветет и зелень. Отличная терраса. Причем именно утрешнее солнце. Утро до обеда здесь солнце. Потом тенек и попрохладнее. Это хорошо. Дальше идем в санузел. Здесь санузел. И здесь одна спальня. Спальня тоже восточная, солнечная. Сейчас 11 часов, и здесь солнышко уже уходит. Большая двуспальная кровать и терраса. Второй этаж. Такая терраса тоже, даже с видом на море. Отлично.